Донбасс утратил статус угольного края. Этот процесс был запущен еще в 2014-м, и по сей день шахты там лишь разрушаются и закрываются. Кремлевские ставленники заявляют о восстановлении и возрождении угольной промышленности, но по факту на подконтрольной России территории Донбасса работает менее 10% шахт от довоенного количества. Что обещают группировки ЛДНР и их московское начальство, и что происходит на самом деле, а также с какими проблемами сталкиваются жители так называемых новых регионов из-за закрытия шахт, это сегодня расскажу вам я, Кристина Терещенко, в программе «За гранью». Это видео на прошлой неделе появилось в пророссийских телеграм-каналах. На кадрах путинская армия сбрасывает авиабомбы на шахту Южно-Донбасская номер 3 недалеко от Угледара. По версии некоторых пропагандистов, там якобы находилось вооружение ВСУ. Другие же пишут, что на шахте были непосредственно украинские военные. Южно-Донбасская находится на линии фронта, и Россия уже уничтожила эту шахту. Также под прицелом армии РФ и угольные предприятия чуть дальше от передовой. Неоднократно оккупанты обстреливали шахты, например, в Торецке. На захваченной до полномасштабного вторжения территории Донбасса шахты планомерно уничтожались с 2014 года. Теперь РФ переключилась на предприятия, которые работали в регионе все 8 лет локальной войны на Донбассе. Это дает понять, в угледобыче захватчики явно не заинтересованы. По информации Восточной правозащитной группы, из 109 шахт, которые ранее работали на Донбассе, в 2023 году осталось, только вдумайтесь, 18. Остальные ликвидированы. С ликвидацией угольных предприятий возник разрыв производственного цикла, то есть появилась нехватка угля для оставшихся работать металлургических заводов. Также закрытие шахт повлекло за собой отток рабочей силы с оккупированных территорий в РФ, Польшу, Казахстан. Дело в том, что на Донбассе многие городки строились вокруг шахт. Основным местом работы для местных жителей становились именно предприятия по добыче угля, поэтому после их ликвидации альтернатив не осталось. Например, только в оккупированных Ровеньках Луганской области, по данным главы Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, закрыты все 7 шахт. Чтобы выжить, у жителей немного вариантов. Либо выезжать из оккупации, либо присоединяться к армии РФ. Россия, вероятно, может предложить лишь такие альтернативы безработице. В сентябре прошлого года министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал, что в так называемых новых регионах Россия планирует оставить всего 15 шахт. В них якобы заинтересованы инвесторы. Инвесторы есть, но они пришли на те шахты, которые могут продолжать работать и могут быть рентабельными, инвестиционно привлекательными и нужными для экономики. До вступления ДНР, ЛНР в состав Российской Федерации 114 шахт находились в стадии консервации или ликвидации. В конце лета о передаче 15 шахт неким инвесторам говорили и оккупационные власти Донецка. И многие шахты разбомблены, не добывают уголь, некоторые ликвидированы или передаются в ликвидацию. Вот, поэтому на сегодня 15 шахт, которые мы сейчас пытаемся, ну как пытаемся, то есть часть шахт уже прошли через рабочую группу Российской Федерации Хуснуллина, и мы часть уже готовы передать, мы ждем только с Росимущества России подтверждения. В первую очередь инвесторам якобы хотели передать шахты имени Засядько и Скачинского в Донецке, Щегловскую глубокую и Коммунарскую в Макеевке. В октябре появилась информация, что в 4 шахты на Донеччине вот-вот кто-то уже готов инвестировать деньги, но в ноябре кремлевские прокси называли уже вдвое меньше перспективных угольных предприятий в оккупированной Донецкой области, всего 8, да и в них, судя по всему, вкладывать деньги никто не спешит. Мы же должны понимать, что инвестиции в добывающую промышленность, они начинают окупаться через 3, 5, 7, а то и через 10 лет после начала вложений. Так что там есть на территории Российской Федерации такие инвесторы, которые верят в том, что они смогут через 5, 7, 10 лет получить прибыли от этих самых вложений.
Ну, мне в это верится с большим трудом. К концу января на ресурсах подконтрольных группировки ДНР появилась информация лишь об инвестициях в шахту «Горняк-95» от промышленной группы «Родина». Эта компания связана с министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко, который в 2014 году сбежал в Россию. Во время открытия новой лавы на шахте «Горняк-95» именно он выступал как инвестор. Кроме того, на донецких ресурсах Клименко называли главным акционером группы «Родина». В работе шахт заинтересовано несколько десятков людей, которые получают сверхприбыли от их работ. А поскольку этот уголь никому, кроме как отдельных там российских предприятий, не нужен, то единственным источником дохода являются кулуарные договоренности между теми, кто контролирует сейчас добывающую промышленность Донбасса. На Луганщине ситуация не лучше. В середине лета 2023 года группировка ЛНР заявила, что один потенциальный инвестор хочет управлять 5 шахтами по схеме государственно-частного партнерства. Это компания «Торговый дом Донские угли», которая якобы планировала вложить в угольные предприятия более 8,5 миллиардов рублей. Зарегистрирована она в Ростове-на-Дону. Гендиректор Сергей Лисогор, чье имя внесено в санкционные списки, впрочем, как и сама компания «Донские угли». В конце 2021 года СМИ писали, что она продает уголь, добытый на захваченном Донбассе, а реальный собственник «Донских углей» Виктор Медведчук. В декабре 2023 года российские медиа сообщили, что эта компания зарегистрировала предприятия «Краснодон-Уголь», «Свердлов-Антрацит» и шахтоуправление «Ясиновское». Напомним, Виктора Медведчука выдали России в результате обмена пленными осенью 2022 года. Помимо инвестирования, реструктуризация и модернизация – также популярные слова, которые часто можно услышать, когда РФ говорит о шахтах на Донбассе. Основное внимание было уделено, конечно, это шахтам на территории Луганской, Донецкой республики. Прекрасно понимаем и знаем техническое состояние на сегодняшний день. Делаем программы модернизации шахт. Документы эти, правда, никто не видит, как и разработанную Минэнерго РФ программу реструктуризации угольной промышленности так называемых новых регионов. В медийном поле группировки ЛДНР также всячески возрождают угольную отрасль. Конечно же, лишь на словах. На деле ничего подобного не происходит. По мнению экспертов, Россия просто не заинтересована в развитии шахт на Донбассе, ведь у РФ достаточно своего угля. Будут вкладываться определенные средства в поддержание добычи хотя бы на нынешнем мизерном по сравнению с довоенным уровне, однако каких-либо проектов по модернизации, по повышению безопасности труда, вряд ли вот все эти там инвестиции будут идти на временно оккупированную территорию. Серьезный бизнес никогда не будет вкладываться в то, что может потерять в любой момент. Кроме того, по мнению экспертов, если в оккупации и будут работать шахты, то лишь те, где добывают коксующийся уголь. Вугілля не потрібно з Донбасу Росії, тобто вони для них не вони свої шахти в Ростовській області закрили ще в 91-му році. Я знаю, що працюють дві або три шахти «Краснодонвугілля». Це, якщо я правильно пам'ятаю, шахта Суходольська і Самсоновська Западна. Працює шахта «Червоний партизан», там вугілля іншої марки, тому там ще працюють. В то же время никаких ремонтов или открытия новых забоев, по словам Павла Лисянского, даже на таких шахтах все равно нет. В таких условиях на оккупированной территории стали активно добывать уголь из копанок. Эксперты подчеркивают, наиболее актуально это в Перевальском и Антрацитовском районах Луганской области, где уникальные залежи угля. Пласты там выходят прямо на поверхность. Шахты вони закрили, проти вугілля там продається. Звідки вугілля? Вугілля з копанок.
На сьогоднішній день разом з покинутими на окупованих територіях Донецької та Луганської областей рахується біля 1000 копанок. Уголь збирають буквально з поверхності землі екскаватором. Коли вони вибирають вугілля, вони вибирають частину, ну, фактично частину літосфери, і відповідно вони порушують геологічний простір. І вони не рекультивують, тобто вони нічого не засипають. По словам аналітиків, із-за цього на землі появляються трещини і водойми на окупованих територіях практично уходять під землю. Шахтні води, в свою чергу, піднімаються на поверхність і змішуються з ґрунтовими водами. Таким образом, питьова вода становиться непригодною для використання. Експерти підчеркують, ситуація в захвачених регіонах критична. Вся вода на Донбасі в итоге може бути отравлена шахтними водами. Но Россия ничего не делает, чтобы решить эту глобальную проблему. На сегодня все. Это была программа «За гранью». Держим руку на пульсе событий в оккупации и рассказываем вам о самом главном. До встречи в новом выпуске.